Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем об особенностях характера собак породы Уиппет. Уиппет легкоатлет, искусный охотник, утонченный интеллектуал, способный украсить собственным присутствием не только квартиру, но и жизнь владельца. Обычно Уиппетов характеризуют как ласковых до назойливости и любвеобильных питомцев. Привязанность к владельцу и неискоренимое желание участвовать во всех его начинаниях – вот что в первую очередь отличает породу. Если вы постоянно спотыкаетесь о питомца, перемещаясь по дому, не раздражайтесь. Для малой английской борзой хождение за хозяином хвостом – практически жизненная необходимость. А вот к детям собаки такой любви не обнаруживают. Поэтому как только младшее поколение начинает перегибать палку в шалостях, Уиппет прекращает игру и гордо удаляется. Впрочем, особой враждебности по отношению к малышне животные не испытывают. И если хотите подружить ребенка и собаку, объясните первому, как правильно общаться с животным. Налаживать контакт с другими представителями домашней фауны Уиппетам удается без особых усилий. Особенно борзые и благосклонны к своим сородичам, но при необходимости потерпят в квартире и кота. При этом собака четко разграничивает домашнюю территорию и остальной мир. Так что если на прогулке питомец заметит соседскую кошку или другого некрупного зверька, готовься к бешеной гонке. Все, что не живет с Уиппетом в одной квартире, расценивается им как охотничий трофей. Ночной кошмар каждого Уиппета – это одиночество и отсутствие внимания со стороны хозяина. Отсюда деструктивное поведение, погромы в жилище и неадекватные реакции. Если с собакой много общаются, прислушиваются к ее потребностям и дают ей волю оттянуться на охоте или тренировочной площадке, мирное соседство и взаимопонимание становятся вполне достижимыми целями. Помните, малая английская борзая – порода благодарная, отвечающая на доброжелательное отношение почти образцовым поведением. Невзирая на достаточно живой темперамент и любовь к активным развлечениям, малая английская борзая – не та собака, которая будет доставлять проблемы, а все потому, что эти грациозные умницы интуитивно понимают, когда стоит включить турборежим, а когда лучше слиться с интерьером. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.